Всем привет, дорогие друзья, с вами Иран Вью, а значит сегодня мы насладимся китайским чаем, попутешествуем и просто офигенно проведем время. Не сказать о нашей дороге до сюда, мы приехали до водопадов, до Гадельши. Говорят, это самый высокий водопад на Южном Урале, но осенью, скорее всего, река, которая его подпитывает, она не такая полноводная. Но мы с вами все увидим. Дорога до этого места безумно каменистая. Мы с Романом очень-очень непросто добрались. Вот такая дорога, она выглядит тут более-менее нормально, вот там такие ямы, ухабы, здоровые корни, и знаете, вот эти все ветки, которые царапают машину, конечно, потом ее нужно будет отполировать, а пыли, про пыли говорить не стоит, но, друзья, впечатления бесценны. Будем забираться. Сейчас нам до водопада нужно пройти до того ущелья. Тут уже видны какие-то громадные скалы. Посмотрим. Осталось 200 метров, и потом Роман еще говорит 3 километра наверх, и там где-то в лесу будет тот самый водопад. Посмотрим, ребята. Погнали. Две тропы у нас ведут на водопад. Желтая, она требует какой-то специальной подготовки через реку Худалас. А красная уже без подготовочки. Мы, наверное, на нее сейчас отправимся. Вот такое распутье. Если вы видите, это у нас желтая, отмечена вот такими вот табличками, а это у нас красная. Собственно, мы пойдем вдоль реки Худалас по красной. Ну, тут тоже, посмотрите, как минимум требуются специальные кроссовки, есть не специальная подготовка. Пока растительность тут красивая, вокруг горы, места уникальные и дышится очень даже приятно. Посмотрим, как будет дальше. Ну, по этой тропе, думаю, сильное дыхание не захватит. В любом случае, эта тропа на 820 метров простирается, а желтая на 500. Думаю, в любом случае, в одну тропу прошли, и потом можно перейти спокойно на другую и уже исследовать ее. Вот это, наверное, уже река Худалас, хотя, говорят, такой реки нет. Но так или иначе, почем купил, зато и продаю. Красота. Роман, что это? Это замечательное место. Начало водопада. Замечательное место, начало водопада. Так, я бы, конечно, умылся, но я еще не готов. Уже красиво. И я бы даже остался тут и начал пить китайский чай, который мы с собой, конечно же, взяли. Но путешественника кормят ноги, поэтому мы отправляемся дальше. Красная полоса, конечно, тоже была с сюрпризами со своими. Я ни разу не скалолаз, не особо люблю это дело, но вот по таким вот штукам придется вам, конечно, походить. И может быть, особенно скользко, если дождь или что-то такое, если влажная будет почва, то смотрите, какие красивые растения. Тут буду пробираться дальше, может быть скользко, поэтому отключаюсь, не буду испытывать судьбу. Мы уже почти подобрались к водопаду. Я думал, на самом деле, долго идти. Рома мне сказал, что 3 километра где-то. Я думал, ползать по скалам, вот таким вот куда-то далеко, знаете. А в итоге уже вот он по легкой тропе, а более сложная тропа на внизу. Я вам скажу, то, что я вижу, это самый высокий водопад на, ну, на Южном Урале, уже не знаю, в Башкирии уж точно 15 метров, а где-то, говорят, и 20. Берите с собой что-нибудь от оводов, тут они присасываются местами. Ну как, Роман, ваши впечатления? Водицы бы побольше, но это осенью, видишь? Да, ну для августа, мне кажется, это прям топ. Да, теперь залезть туда, но я еще сейчас тут поснимаю, потом к тебе подключусь. И чай можно как внизу попить, так и наверху, если там что-то будет, скажи мне. Вот эти вот водопадные ручейки обычно немножечко оранжеватые, но это не из-за ржавчины какой-то, не из-за того, что какие-то воды сбрасывают, а именно яшма, полудрагоценный камень, который используют художники. Прям мягкая вода, холодная, горная, правый приток нашего Урала, на секундочку. Красота. А напротив водопада у нас виднеется, что? Правильно, желтая тропа. Как я понимаю, по вот этой вот желтой тропе ребята подготовленные уже шли к этому водопаду, по реке Худалас. Давайте посмотрим, насколько это сложнее. Но я думаю, конечно, неприятно вдоль реки по скользким валунам и какая тут нужна подготовка, но в целом я не берусь судить.
принципе, так по ущелью, мне кажется, даже где-то было бы проще спускаться, подниматься, чем мы там по каким-то оврагам, коленям скользким и так далее. Грустно, что люди оставляют бутылки или забывают про них. Возле таких мест нужно соблюдать чистоту. Тут тоже может включиться режим какой-нибудь кобры, в моем случае очковой. Ну, хотя не так все плохо, и даже, мне кажется, когда с желтого пути поднимаешься, и перед тобой водопад, это более прекрасно, чем ты спускаешься откуда-то непонятно, идешь в обход. Все, готов? А, снимаешь уже? Так, умоемся водичкой прекрасной. Только волны скользкие, сейчас бы не уйти никуда. Знаете, я всегда говорю людям, умывайтесь холодной водой в походах. Это очень бодрит, и следующий путь у вас пройдет намного легче. Фух, освежило. Собрались мы чайку испить хорошего китайского. Сегодня у нас будет цыланечка или орхидея. Такой довольно-таки приятный чай. Вот так это все выглядит. Скрученные чайные листы, постепенно они будут раскрываться и давать нам аромат той самой орхидеи. Уже какие-то медовые нотки, знаете, прям очень интересно. Для начала что мы делаем? Мы промываем чай, чтобы не умереть от счастья. Ну и, по сути дела, смываем всю пыль, как дорожную, так и пока собирали его, знаете, там, коптили, не коптили, там, всякие могут быть ферментации у чая. И поэтому мы первый пролив сливаем. И также мы прогреваем чайную посуду, что немаловажно для этого процесса. Пьем чай, разумеется, из таких вот пиал красивых. Это может быть стекло, может быть глина, как вам угодно. Можем знакомиться с напитком. Ох, друзья, это будет прекрасно. Роман, прошу вас, оператор. Ну как? Как впечатление? Замечательно? Обалденно. Так, запах как будто духи, друзья. Я всегда удивляюсь, как обычный чай может давать такой сильный аромат. Что же, по первой проливочке. Сейчас у нас заварится, пока раскрывается, и каждый пролив, на удивление, он будет другой. Если про водопад я говорил про цвет яшмы, да, такой более ржавенький, то этот чай у нас более такой янтарный оттенок приобрел, очень красивый. Мы сейчас с Романом продегустируем за ваше здоровье. Давайте я первый продегустирую. Хорошо, первый проливчик прям. Да, и медовые нотки, и прям что-то такое легенького огня. Очень вкусно. Так, теперь Роман, пожалуйста. Вот так, напротив водопадика мы сидим. Ну как, ваши ощущения? Больше вареницам отдает. Вареницам больше дает. Каким? Клубничным? Облепиховым. Облепиховым вареницам. В общем, друзья, мы сейчас напьемся облепихового вареница со сливами. И уже, Роман говорит, можно наверх водопада подняться. Там еще более красивый водопад. Может быть, не более красивый, но он не свергается не по скале, уже сам по себе, да? Да. Не спадает. Хорошо. Так, ладно. Пожелайте нам приятного чаепития. Услышимся. Нам сказали, что тут еще три водопада где-то, и поэтому мы все ползем выше и выше над облаками. И, конечно, тут безумно красиво, но высоко. А высоты я немножечко боюсь, поэтому я даже до того водопада, который, возможно, слышно отсюда, спуститься не сумею, скорее всего. Вон он там. Он более высокий, более такой интересный. И, конечно, там было бы прикольно попить чайку, но тут набрали чабреца для чая. И путь до самой вершины предстоит, там где-то еще должны быть водопады. Тут такие скалы, и в целом дорога идет вниз. Мне тут уже растительность, камни такие напоминают территорию зубчаток, куда я ездил. Если не видели видео, обязательно посмотрите, очень интересно. Но туда на своей машине не проедешь. Тоже такая природа нетронутая, благостная. Тогда не помню, по-моему, чай у меня был только в термосе или вообще не чай. Так, там какое-то озеро, что ли, какая-то запруда. Я где-то слышал, тут водопад. А, вон что Рома нашел. Это похоже на какую-то баню, знаете. Самодельная баня. Так, через шиповник давайте подойдем, глянем вообще, что это. Какое-то, может быть, святое место. А может быть, реально какая-то банька, кто-то парился тут. Что там дальше у нас? Какие-то небольшие водопадики, а вот и грот с водой. Вот это, наверное, тоже можно назвать одним из тех водопадов, про которые нам говорили. Вот тут даже купаться можно. Вот так это все выглядит. Папоротниковые, конечно же. Ну и вот она сама водичка.
Что, друзья, вот мы и приехали на наш импровизированный лагерь, приехали на своих двоих ногах. Это было интересное приключение. Я бы не сказал, что было очень сложно. Как тебе, Ром? Нормально. Нормально. Пару мест были опасны. Рома там еще полез куда-то, где под 90 градусов, такой склон. Он потерял крышку от термоса. Ну, сами понимаете, не без жертв. Машина у нас немножечко пыльная, но ничего. Завтра я устрою день автомобиля. Буду мыть ее снаружи и внутри, от всяких веток, от всякой пыли, вот этой грязи, сами понимаете. Спасибо, что отправились с нами в это приключение. Путешествуйте подальше и подольше. Пейте правильные продукты, китайские чаи. И дай вам Бог, как говорит Якубович.